такому же сценарию пример. Ты меня опять снимаешь. Че, Эльнар, жениться пора уже, да? Ну, все уже, задумался. Ваши комментарии по тренировке. Заебался что-то. Ребят, всем привет. Только что отыграл в ресторане Берхаус. Пою здесь в среду и субботу, как мне известно. Приходите по вечерам около 8-9 вечера, я здесь пою различные песни. Ну а сам я только что быстро-быстро подъехал с репетиции. Снова восстановилась группа Cheers, ребята. Готовимся к свадьбе Мурата Валиуллина 9 июня. Сегодня очень интересный состав был. Играли с ударкой. Я был и с клавишники. Весело было, в общем. И чтоб не было разлюбки, о любви не говорят. Какому же сценарию? Фильм есть, казах снимается, заслуженный. На Муромской дорожке фильм называется. Казах. Да, Муромская дорожка. Я просто хочу сказать, Гарри Олдмана, найди мне самый пьяный округ в мире. Он снимался с Жаном Рено. Леон, ёпта. Не, ладно. Дастер, в жопу, ёпта. Рено Дастер. Окей, Гугл. Фильм Леон. Информация по запросу Леон, профессиональный убийца Леон, не знающий пощады и жалости, знакомится со своей очаровательной соседкой Матильдой, в семью которой расстреливают полицейские, замешанные в торговле наркотиками. Котиками. А ты выучил? А, все, да. Уже смотреть не надо же. Ну хорошо. Когда умер Сталин? 5 марта 1953. Вчера наконец-таки закончили работу над песней «Ненормальный». Моя авторская песня. Наверное, самая лучшая из всех моих написанных. Ну, это чисто на мой взгляд, потому что она действительно очень яркая. И прямо-таки эта песня станет отправной точкой в становлении бренда артиста Арслан. В общем, ждите ролик, ребята. Сейчас у меня в планах поработать над концклассом, потому что в понедельник сдаю концкласс с Бектимером, саксофонистом, и с Эльвирой Авзаловой, вокалисткой. И, конечно же, спец. 25 мая у нас заканчивается последний экзамен по баяну, соответственно. А 26-го уже защищаем диплом. Сейчас Адель должен подойти. Я ему буду подыгрывать на Ли Оскар губной гармонике. Будем опять играть ирландскую «The Sailor and the Maid». Он сдает аккомпанемент, ну а я солирую, естественно. А мне другие люди солируют. Вот так у нас здесь очень весело в консерватории проходят занятия, экзамены и репетиции. Тестирую новый объектив Canon EF 24 мм, вот сейчас он стоит. Нужно очень сильно руку вытягивать, чтобы я вошел как-то. То есть голова моя вошла. Очень близко снимает. По сравнению с обычным моим китовым объективом, даже по сравнению с объективом Tamron, у которого зум до отсюда уходит. А этот уже установленный фикс. Такой объектив. Ну, вроде бы качество лучше, ребята. Напишите в комментариях, действительно ли это так. Позанимался на баяне только что. Сейчас далее отправляемся с Айнуром и Ильнаром на набережную. Будем делать подходы Ганнибала. Турничок. Отжимание брусья. Поехали. Пятый подход Ганнибала.
Все? Да. Как ощущение? Да. Нормально? Нормально. Еще на 5 готов? Эти подходы легче получаются. Ну, я что я говорю. Только промежутки надо меньше делать, а то мне хреново самое. Да, мутный нет. Да, вот так вот более-менее. О, вот так вообще четко. Сейчас 6-й подход будем делать, да? Эйма? Шулай. Кэнон нормально снимает сейчас. Объектив хороший. Просто ближе снимай. Он не крутится. А это сюда надо отключать, вот так сам сможешь, смотри. Элементы заснять бы. Да никто не делал. Переносится очень тяжко. После 4-го подхода переносится. Сниму. Давай, наверное, не матерись. Красавчик. Дальше. Развелось. Так у меня подтянуться-то тоже надо. Давай я тебя сниму. Нет уж, сделай. И потом передам. Уже попроще. Ваши комментарии по тренировке. Заебался что-то я. Сейчас и левую начал ногу судорожно схватывать. Сейчас я еще отдохнешь. Судорожный. Ай, ну. О, вид. Ноги холодные. Бывает. Нахнавить по себе не было. А движение куда? Хрен его знает. Главное движение. Главное движение. Главное двигаться. Главное что-нибудь делайте, чтобы судорога не схватила. Да. Жизненная судорога есть новое определение. Надо его вводить в учебники. Когда ты просто не можешь никуда двигаться и стоишь на месте. Ребята, пишите, как вам новый объектив Canon 24 мм. Вроде бы лучше снимает намного. Хоть и ближе, но вроде круче. Давай, давай, массу набирай. Это от этого же? Убери-ка голову. Вот, да. Смотри, какой закат. Блин, а вот можно будет считать, два в одном пострижет меня, что я сэкономлю, еще подолблю. Мы уже все за нее решили, я не буду заражать. Рабовладельский стрижет, получается. Че, Эльнар, жениться пора уже, да? Ну, все уже, задумался. Вернулся в концу, ребята, только что прокачались как следует на набережной. Сейчас подготовим все к съемкам. Надо снять два маленьких видосика, превью будущих двух каверов
на Олега Майами, «Ты ветер, я вода» и Егора Крида «Потрачу» песню. Поехали!